прозрачное, без запаха и вкусное. Так теперь говорят жители 1, 2 и 3 микрорайонов Одинцова о воде, которую подают в их дома. А ведь еще недавно из крана текла жидкость коричневого цвета, признается Галина Анатольевна, председатель совета дома номер 15 на Можайском шоссе. Мы делали экспертизу, санэпидемстанция приходила. У нас есть заключение этой экспертизы о том, что было очень большое количество железа в воде. Запуск после проведенной на водозаборном узле номер 1 реконструкции позволил снять эти проблемы. Жалобы на качество прекратились и претензий к воде нет. Пить ее можно прямо из-под крана. Абсолютно безопасно для своего здоровья. Сама вода хорошая. Хорошая. Я лично пью из крана. У меня фильтров не стоят. Нормально. Оценить качество воды на обновленном ВЗУ-1 смог и губернатор Московской области. Абсолютно чистая вода у нас будет. Можно, как из фильтра дома. Лучше. Лучше. Модернизация водозаборного узла началась в сентябре прошлого года в рамках президентской программы «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Чистая вода». ВЗУ на Садовой-1 был введен в эксплуатацию в 1964 году. За это время износ зданий и оборудования составил более 70%. Вода имеет специфику, ее нужно готовить. Вот раньше просто воду поднимали из скважины и распределяли по системе. Естественно, там где-то было кальций там, или что, где-то фтор. Где-то железо, в основном железо. Вот. Поэтому большая программа президентская, которая позволяет нам в Подмосковье сделать воду идеально чистой и для купания детей, и для потребления, для бытовых нужд. Поэтому мы ваши запросы слышим. Завершить работы на водозаборном узле планировали только в сентябре, но для удобства жителей запустили на 3 месяца раньше срока. Теперь показатели присутствия в воде микроэлементов, например, железа, даже ниже, чем допускается по нормативам. При этом работа по улучшению качества воды здесь продолжится. Мы продолжаем работу над улучшением, потому что промываем сети. Сейчас в рамках подготовки к зиме мы осуществим промывку еще внутридомовых сетей. Поэтому, я думаю, к августу будет еще улучшение показателей воды непосредственно в квартирах. Мощность объекта – 6,5 тысяч кубометров в сутки. Чистой водой теперь обеспечены 25 тысяч жителей Одинцова. Модернизация водозаборных узлов в округе продолжится. В ближайшие 3,5 года планируется реконструировать 16 ВЗУ. Работы на 2 из них уже идут. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».